Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом своего самого любимого салата, как мы его называем, салат «Мужская сила». Рецепт довольно несложный, но немножко придется повозиться. Для этого нам понадобятся продукты, которые вы видите на столе. 500 грамм шампиньонов, 3 плавленых сырка, 5 картофелин, 2 небольшие свеклы, репчатый лук, 2 моркови, десяток яиц, 500 грамм куриной грудки, грецкие орехи, чернослив и пачка майонеза. Что мы будем делать? Ставим отваривать 5 картофелин и 2 свеклы и 2 грудки. Лук и морковь мы будем обжаривать вместе с грибами. Яйца, конечно же, будем также варить. Ну а теперь приступим к приготовлению. Если ты устал от проблем, скучных и не стоящих тем, помни, можно все поменять и сначала в жизни начать. Посмотри на небо и на себя, разве ты не видишь так же, как я? Радостью наполни все свои дни, счастье внутри. И станет жизнь легка, больше любви. Потечет река живой воды, и станет жизнь легка, больше любви, и потечет река. Ключи. Каждый день лови позитив, это настоящая жизнь. Все, что надо, больше, больше добра. Все, что надо, больше, больше тепла. Радостью наполни все свои дни, счастье внутри. И станет жизнь легка, больше любви и потечет.
с данного количества продуктов, которые вы видели у меня на столе, получилось две салатницы с салатом. Салат очень вкусный, рекомендую, друзья, попробовать. На этом видео буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.